Каким будет празднование столетия района в 2017 году, знают чиновники Невского. В администрации обсудили план юбилейных мероприятий. Главным подарком жителям района станет открытие сразу нескольких социальных объектов. В новом жилом квартале между Дальневосточным проспектом, улицами Калантай, Еремеева и Бадаева появятся образовательные, медицинские и социальные учреждения, а также подростково-молодежный клуб и библиотека. Вместе с тем чиновники приготовили для жителей широкую культурную программу. В настоящее время готовится к изданию юбилейная презентационная книга. Создается фильм о Невском районе, посвященный его юбилею. Уже начиная с декабря 2016 года и на протяжении всего юбилейного года во многих учреждениях будут экспонироваться три передвижные выставки, подготовленные музеем «Невская застава». Главный концерт состоится в середине марта будущего года в Ледовом дворце. На нем, по самым скромным подсчетам, побывает 9 тысяч жителей Невского. Кульминацией празднования юбилея станет 17 марта, дата официального создания Невского. О столетии района возвестит полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Кстати, жители района могут внести свою лепту в праздник. Администрация предлагает всем желающим принять участие в конкурсе на лучший юбилейный логотип района.